Вот такой он, голос молодой России. Новорожденный малыш громко поздоровался с гостями и затих в теплых руках мамы. Это всегда трогательно и необыкновенно волнительно, когда гости приходят в роддом поздравить с Днем России. Замминистра по управлению госимуществом Александр Перваков отмечает, что в Полевском роддом один из лучших, в чем чувствуется и забота городской администрации. 12 маленьких полевчан – лучшее доказательство того, что жизнь налаживается. Мы просто хотели поздравить от нас женщин с праздником, хотели пожелать здоровья, чтобы они растили крепких, здоровых детишек. Было очень приятно их поздравлять. Что пожелать мужчинам, но я думаю, что нужно заботиться о своих женщинах. Министерство управления государственным имуществом, администрация города Полевского и местное отделение партии «Единая Россия» поздравляет вас с Днем России, желает здоровья вам и вашим детям. Любви и счастья в семье. Уже стала традицией, когда вместе с гостями местное отделение партии «Единая Россия» поздравляет молодых мам. Последние годы, когда начала действовать программа по материнскому капиталу, женщины рожают чаще в разной возрастной категории. Действительно, приходят к нам женщины разных возрастов и довольно-таки большое количество женщин, которым уже за 40. Очень увеличилось количество родов у одной женщины. Это и четвертые роды, и пятые, и шестые, даже были седьмые, и не один раз. Женщины рожают, рожают с удовольствием, нас это очень радует. Людмила Корчакова гостям вышла ненадолго, потому общение краткое, но обоюдополезное. Сегодня власть всех уровней особенно заинтересована в появлении новых граждан России. Сохранить свое государство, свои позиции можно только сохранив свой народ. Я хотела бы сказать, чтобы все наши женщины были здоровы и чтобы рожали, чтобы у нас увеличивалось население в городе, чтобы у нас шли хорошие дети, чтобы они слушали врачей, что им врачи говорят, а не посторонние лица. Вот. И тогда у нас будут замечательные дети, и мамы будут здоровы все. Разговор с врачами идет о том, что надо больше внимания обращать на женское здоровье, на то, чтобы экологическая и экономическая ситуация в городах помогла людям сохранять уверенность в завтрашнем дне и в будущем своих детей. Эльмира Самохин, Сергей Чижов, новости нашего города.